Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы будем с вами вести занятие по росписи городецкой живописи, только уже с разработкой внутри самого предмета, листочка. Значит, берете черную красочку или темно-синюю, вот такими движениями идет внутри разработка самого листа. Можно делать темно-синий, можно сделать черненьким. Делайте нажимчик. Здесь как миндалевидные капельки такие. Черный гуашь или темпера. Внутри сначала черненький, а потом, когда высохнет, там еще есть белые оживки, так называемые. Листья могут быть по разработке разные. Ну вот есть такая манера. От центра к краешку.
Здесь также можно сделать вот такие типа усиков. Ну, это уже детальки. Ну, с листами понятно. Теперь разработку будем делать розы. Намешаем темнее цвет, чем сама роза. И по такому же принципу будем обводить и здесь. Все дело в нажимчике, в толщине. Как графически. Делайте аккуратные овальчики. У начала будет потоньше, а здесь будет, естественно, потолще. Вот такое. Потом обводка самих листочков. Опять же потихоньку, потом нажимчик. И отпускаете, так сказать. Черным здесь не делают, а делают темным бордовым. Опять же сохраняйте толщинку. Тоненькую, потом потолще. И опять тоненькую. Ну, здесь можно сделать наши листочки. Листики здесь. Когда высохнет, будем делать с вами белые прожилки, оживки, еще белым цветом внутри данного листочка. Также белым цветом внутри будет разработка данных цветочков. Все, спасибо за внимание.